שלום לכם, צופים יקרים. Здравствуйте, дорогие друзья. אנחנו ממשיכים את הלימוד שלנו בירמיהו. Мы продолжаем разбирать книгу пророка Иеремии. והגענו אולי לקטע הכי חשוב שיש למאמינים בישוע, להבין ולהיכנס לתוכו. И сегодня мы будем читать, наверное, самый важный отрывок, особенно для верующих в Иешуа. וזה מדובר על הברית חדשה. Там, где идет речь о Новом Завете. И вступление к обетованию Иеремии о Новом Завете начинается... פרק 31, מפסוק 27. Мы начнем читать с 27 стиха 31 главы пророка. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я засею дом Израилев и дом Иудин семенем человека и семенем скота, и как я наблюдал за ними, искореняя, искрушая, разрушая и погубляя, и повреждая, так буду наблюдать за ними, созидая и насаждая, говорит Господь, и в те дни уже не будут говорить, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина, но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие. Кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомина будет». Окей, אנחנו נעצור פה. Здесь мы остановимся пока что. זה בעצם מבוא. Потому что этот прочитанный текст является вступлением לעניין הברית חדשה. К обетованию Нового Завета. אז קודם כל, הדברים הראשונים שהוא אומר בפסוק 27, זה שבעצם אלוהים יברך את עם ישראל, ועם ישראל יגדל. И первое, что здесь снова говорит Господь, что Он благословит народ Израилев, и народ Израилев умножится. ופסוק 28, 28 стих, בעצם חוזר על מה שאלוהים אמר לירמיהו, שזה התפקיד שלו בפרק א'. И Господь здесь повторяет то, что Он уже говорил Иеремии и сказал ему, что это его работа наблюдать за тем, что происходит. И до вот этого момента Иеремия исполнил первую часть своей задачи. Линтош, велинтоц, веларос, велавид. Это то, что он говорил до сих пор. Первую часть своего призвания – искоренять, разрушать, разрушать, погублять, повреждать. זה נגמר. И теперь это окончено. עכשיו הוא מתחיל לעשות את החלק השני של התפקיד שלו. Теперь он продолжает делать вторую часть его призвания. זה לבנות ולנטוע. Это насаждать и строить. עד כאן הכל היה די שחור. И до вот этого момента все было черным у Иеремии, достаточно черным. מכניס לדיכאון מסוים. Какой-то момент приводит к депрессии, к унынию. עונש וגלות ונביאי שקר ומכות ו... И наказание, и лжепророки, и удары, которые мы принимаем от Бога. עכשיו הגיע הזמן לבנות ולנטוע. И вот наступает время для того, чтобы строить и насаждать. והדבר הראשון שהוא מביא. И первое, что он здесь приводит... זה כלל גדול מאוד בתורה. Это очень важный в Торе принцип. בתורה בספר שמות, פרק 34, אלוהים אומר שהוא יבקר את החטא של האנשים על הבנים שלהם ועל הנידים שלהם לדור שלישי ורביעי. И в книге Исхода, в 34 главе, 7-8 стих, Господь говорит о том, что Он... перенесет и будет наказывать людей за грех до третьего и четвертого колена. Ты в Текрей. Шлющим бы арба шевашмоне. Сохраняющий милость тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Табар хамур. Это очень тяжелые слова. וככה בא история שלנו עד לתקופת הגלות. И, но это продолжалось в нашей истории до периода изгнания и рассеяния. זאת התורה שאלוהים נתן לעם ישראל בהר סיני. Так написано в Торе, которую Господь дал народу Израилеву на горе Синай. А дор шлиши вервии. До третьего и четвертого колена. Иладим саблу биглала хатаим шела аба. Дети страдали за грехи отца.
ופתאום אומר כאן אלוהים לירמיהו, לא יהיה יותר. И вот здесь Господь говорит Иеремии, что такого уже больше не будет. בימים ההם זה כן היה. В его время это еще продолжалось. ואלוהים אומר בפסוק 29, לא יאמרו עוד אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהנה. И в 29 стихе говорит Господь, но в те дни уже не будут говорить отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. כי אם איש באבונו ימות, כל אדם האוכל בוסר תקהנה שיניו. Но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие. Кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомина будет. Мы видим, что эта революция происходит здесь. Господь изменяет Тору. В Торе написано до 3-4 поколения. И вот Господь говорит, такого больше не будет. Я отменяю вот этот часть. Иеремия он не единственный пророк, который говорит. В 18 главе Иезекииля сказано то же самое, и даже продолжает он говорить об этом. Я начну читать с первого стиха 18 главы. «И было ко мне слово Господне, зачем вы управляете в земле Израилевой этой пословицей, говоря, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина? Живу я, говорит Господь Бог, не буду впредь говорить пословицу эту в Израиле, ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои, душа согрешающая, та умрет». Если кто правит... Okay. До 4 стиха. Йехезкель хозер על אותו עניין שירמיהו מדבר עליו בפרק 31. И мы видим, что Иезекииль повторяет то же самое, что говорил Иеремия в 31 главе. והוא ממשיך את כל הפרק להסביר את ההשלכות של השינוי הזה. И далее на протяжении всей 18 главы Иезекииль объясняет эту перемену. Каковы будут последствия этой перемены? И мы не будем сейчас читать всю эту главу из Иезекииля, поскольку мы говорим об Иеремии. Но Иезекииль объясняет, что даже если отец был абсолютным праведником и все делал хорошо и много на нем добра, если его сын грешит, сын будет наказан за его собственный грех. Каждый ישלם על החטאים שלו ויזכור יקבל את החסד על המצוות שלו. Каждый будет платить за свои грехи и получать награду за то доброе, те заповеди, которые он исполняет. כמו המשל של ישוע בלוקס על לזרוס והאיש העשיר, לא צריך לפתוח. Так же, как и притча Ишуа о Лазаре и богаче. אני המסכן. Лазарь, который был бедным нищим. שאכל מהפירורים שנפלו מהשולחן של העשיר. Который питался крошками, падающими со стола богача. Ноша, он спасен. И он находится на бузме Авраама, лоне Авраама. И богач оказывается в аду. Потому что один платит за свои грехи, а другой получает награду за то доброе, что он сделал, и за то страдание, которое он испытал. Та же самая идея. Кол эхад мешалем ала хатаим шело, ве кол эхад мекабел эт азхуйот шело. Ло овер ми аба ле бен, ми бен ле аба. Каждый платит за свои грехи и получает за награду за свое добро. אבל החשיבות של זה זה שיש שינוי משמעותי אצל ירמיהו ויחזקאל
И сын не платит за вину отца. И то, что важно в этом тексте, это что есть очень такое существенное изменение между пророчествами Иеремии и Иезекииля и тем, что написано в Торе. И мы видели в предыдущих уроках, что Элоим ху беэцем балабайт. Что Господь, Он является хозяином всему. Он горшечник, а мы его глина. И Он делает с нами все, что Он хочет. И у Него есть право дать Тору. И есть право изменить ее. וזה דבר שאנשים לא רגילים, גם יהודים לא רגילים לתפוס את העניין הזה. Например, евреям трудно это понять, мы не привыкли смотреть на это в таком свете. וזה בא בדיוק כמבוא להבטחה של אלוהים לתת לעם ישראל ברית חדשה. Интересно, что именно этот текст является вступлением к Божьему обетованию дать народу Новый Завет. Элоим יכול לשנות ולהגיד, Бог может изменить что-то. עד כאן זה היה ככה, מעכשיו ועלה זה יהיה אחרת. Он имеет право сказать, что до этого момента было так, от сегодняшнего дня и далее будет по-другому. ואז הוא אומר לירמיהו, הנה ימים באים נאום אדוני, פסוק 31, וקראתי את בית ישראל ואת בית יהודה, ברית חדשה. И он говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет. 31 стих, 31 главы. Берега, что он говорит, они дадут брит хадаша, זאת אומרת, что то, что он дал кодем, это сейчас уже яшан. И когда он говорит, что он дает Новый Завет, это значит, что то, что он заповедал прежде, был Ветхий Завет или прошлый Завет. זה חשוב לנו להבין, במיוחד בתור יהודים. Нам очень важно это понять, особенно как евреям. שאלוהים הוא בעל הבית. Потому что Господь, Он владыка. והוא יכול לשלוט ולשנות סדרי בראשית. גם את הטבע הוא יכול לשנות. И Он хозяин всему, и Он может изменить и мир, в котором мы живем, и природу, в которой мы живем, он может все изменить, как ему угодно. Если ему будет угодно уничтожить этот мир и создать новую землю и новое небо, то он вправе им и сделает это, как обещал. Но мы должны обратить внимание, что вот этот Новый Завет, он не дает церкви какой-то. זה לא לכנסייה הקתולית, ולא לפרבוסלבית, ולא לפרוטסטנטים, ולא לפנטקוסטלים. הברית החדשה גם היא ניתנה לעם ישראל. Он не дает ее ни католикам, ни православным, ни пятидесятникам. Но этот Новый Завет также заключен с Израилем и Иудой. И это очень важно понять. Потому что многие люди думают, что каждая церковь считает, что именно ей Господь дал Новый Завет. Но это не так. Все заветы нитнули ам Исраэль. Были даны народу Израиля. Лезера Авраам. Были даны семени Авраамову. Веха ноцрим киблу лорак бритахат, киблу эт кола бритут. И христиане, они получили не только один какой-то завет, но они получили все заветы, все соглашения. Как я это знаю? Мепне шо зе маша ашалиях шоул омер. Потому что именно об этом говорит апостол Павел. К Ефесянам. Вторая глава, он говорит. В 11 главе. Он говорит, что вы были без надежды и без будущего и без заветов. В Барабим.
в множественном числе. Вторая глава, 11 стих к Ефесянам. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными. Так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Мессии, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Вот пасук эхад. Еще один стих. И теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Это говорит, что мы, что не было вам кодем, הייתם עובדי עבודה זרה, עובדי לילים, גויים. עכשיו, בדם של ישוע המשיח, כל מה שהיה חסר לכם, קיבלתם. И там сказано, что то, что вы не имели прежде, вы были чужды всему, сейчас через кровь завета вы получили. ישוע הביא אתכם לאלוהים. ישוע הביא אתכם לעדת ישראל. ישוע נתן לכם תקוות עולם, ישוע נתן לכם את הבריתות ברבים, ודרך הדם שלו אתם שהייתם רחוקים נהייתם קרובים. ישוע дал вам веру, ישוע дал вам спасение, ישוע дал привёл вас стать частью сообщества Израиля, ישוע дал вам надежду и жизнь, и через него вы, которые были далеко, стали близки. וקיבלתם את הבריתות ברבים, לא אחת. И получили во множественном числе заветы. זה מה שהטקסט של פאולוס אומר. Здесь вот что говорит апостол Павел. הבריתות של ישראל. И заветы Израиля. כולל הברית חדשה. Включают новый завет. קיבלתם דרך הדם של ישוע המשיח. Вы получили посредством крови Иисуса Мессии, Иисуса Христа. ולמה צריך ברית חדשה? И зачем нужен новый завет? פסוק 32 אומר לנו. В 32 стихе 31 главы Иеремии есть объяснение. אתם הפרתם את בריתי. Вы нарушили мой завет. ואני בעלתי בם, בכם. И я, но я оставался в союзе вам, с вами. ובגלל זה אני נותן לכם ברית חדשה. И поэтому я даю вам новый завет. שהיא שונה מהברית שקראתי עם אבותיכם שהוצאתי אותם מארץ מצרים. От того завета, который я заключил с вами в земле Израилевой. מאוד מעניין. Это очень интересно. לראות איך הרבנים היהודיים, איך המסורת היהודית מתמודדת עם הטקסט הזה. Посмотреть, как еврейская традиция относится к этому тексту. Как они его объясняют. Потому что как христиане это принимают, всем понятно. Бог дает новый завет, иной завет. Не такой завет, как он заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Поэтому для христиан все просто. אני רוצה שנסתכל היום על איך הרבנים היהודים מסתכלו על זה. Я хочу посмотреть сегодня, разобрать то, как еврейские раввины объясняют этот текст. אני אקרא לכם מרב שהיה חי במולדובה לפני 300 שנה. קוראים לו אמלבים. Я прочитаю вам текст, который написал раввин, живший 300 лет назад в Молдавии по имени Мальбим. על הטקסט, לא כברית אשר קראתי את אבותם. Не как завет, который я заключил с отцами их, на этот текст он дает толкование. Это как раз 32 стих. אומר המלבים, שאז לא היו עדיין מוכנים לקבל את השלמות ואת התיקון. Что в то время они еще не были готовы принять вот это исправление во всей его целостности. כי זה היה ביום מחזיקי בידם מארץ מצרים, הם היו עבדים במצרים, הוצאתי אותם ממצרים, הם עדיין לא היו מוכנים לקבל את השלמות, את הפרפקט שאלוהים רוצה שיהיה. Потому что это было в тот день, когда он вывел их за руку из земли египетской, где они были рабами, и они не были готовы принять полноту завета, его идеал. כי לא היו ראויים אז, רק כשהוצרחתי להוציא אותם ממצרים,
שלא התקלקלו לגמרי. Потому что они были не готовы и недостойны принять завет во всей его полноте, но я вывел их из земли египетской, чтобы они там не испортились окончательно. И даже этот завет, который не был абсолютным, идеальным и целостным, они тоже нарушили. И вот теперь, когда наступило время, что их природа готова сталкиваться со злом, и они уже готовы исправлять и как бы вести себя соответственно тем условиям, которые они нарушили в предыдущем завете. Когда они будут готовы к этому, я дам им новый завет, который является абсолютным, совершенным заветом. זה דבר מפליא שרבנים מדברים ככה, רבותיי. Это потрясающе, что раввины именно вот так смотрят на это. זה גם מה שהסופר לעברים אומר. То же самое говорит и автор послания к евреям. הוא בעצם אומר אותו דבר, לא צריך לפתוח, הוא אומר את אותו דבר, הוא אומר, אם לא היה צורך במשהו חדש, И он говорит, что если бы старое не как бы состарилось, не было бы потребности в чем-то новом. Именно поэтому он называет это Новым Заветом, и в послании евреев они цитируют из Иеремии. Новый Завет, который лучше, יותר שלמה, он более полон, מהישנה. Чем предыдущий Старый Завет. בישנה כהן גדול היה צריך להקריב קודם בשביל כפרה שלו, אחר כך בשביל כפרה של העם כל שנה. Потому что в предыдущем Завете первосвященник должен был сначала принести жертву за клать агнца за свой собственный грех и только потом за грех народа каждый год. אבל עכשיו בישוע קורבן אחד לתמיד סופי, פרפקט לכל הזמנים. Но теперь в Иешуа этот завет, он исполнился, и эта жертва была принята один раз и навсегда, и уже нет потребности, она была совершенной жертвой, так что нет потребности в продолжении жертвоприношений. И то же самое говорит здесь Мальбим. Во время событий на горе Синая после египетского рабства они не были готовы принять полноту завета. Элоим кафа алейхем эт ха-брит. И Господь как бы силой дал им этот завет. Авал ха-шалем яво ахшав. И что вот эта ха-хадаша ше-элоим мавтиах ле-Ирмияу. Окончательный полный завет должен был прийти позже, как новый завет, который Господь обещает через Иеремию. אומר רבי דוד קימחי. Еще один раввин, которого зовут Раби Давид Кимхи. מהמאה ה-16. Из который жил в 16 веке. אומר ככה. ברית חדשה. היא שתהיה קיימת לא תופר, כמו שהופרה הברית שקראת אדוני בני ישראל בהר סיני. Он говорит о том, что Новый Завет, когда он будет существовать, он не будет уже нарушен так, как нарушен был завет, который заключил Господь с народом Израиля на горе Синай. ואומר, כי הנביא ניבא על תורה חדשה שעתידה להיות לא כמו תורה הישנה. И пророк предсказывает дарование нового закона, новой Торы, которая будет не такой, как старая Тора. ומה יהיה החידוש בה? И в чем будет новшество ее? Потому что она будет написана в сердцах людей. Вложу закон мой во внутренности их, и на сердцах их напишу его, и буду их Богом, и они будут моим народом навеки. И они не забудут уже мой закон. ואומר כאן רבי דוד קמחי.
И дальше продолжает Радак, Рави Давид Химхи. Шезе ахотам, ше Малахи, анави Малахи омер, ше у яхтом эт зихро, эт Торат Моше бетох авадим шел Элохим, бетох анашим шел. И он говорит, что это и будет та печать, о которой говорит пророк Малахи, когда он говорит, что будут отмечены печатью служи дети Бога и слуги Бога. ואומר כאן, זה מה שהנביא מלאכי אמר, אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, הרי אתה רואה כי לא תהיה לעולם תורה חדשה, אלא אותה תורה שניתנה בהר סיני, אלוהים יכתוב בתוכם. פרורוק מלאכי говорит, что это именно та תורה, которую Господь напишет в сердцах их. וזה מה שמלאכי אומר, שאליהו הנביא יבוא. Когда он говорит о том, что придет Илия, пророк, Илия Кен. ובעצם יעשה שלום בין אלוהים לאדם ובין אבא לבן. И наступит мир между человеком и Богом, и между отцом и сыном. הדברים האלה, רבותיי, הם מאוד חשובים. И это очень важные вещи. אני חוזר עכשיו לפסוק 23. Я хочу сейчас вернуться к Иеремии 23 глава. Но перек 31, но, пасук 33. 23 стих в нашей же главе 33. Мы немножко возвращаемся. 31 глава, извините. Ки зот аврит ашер эхротет бейт Исраэль. Пасук 33. И уже не будут... Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренности их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом. Уже не будут учить друг друга брат брата и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомину более. Пасук 33. И в 33 стихе он объясняет, в чем будет заключаться этот Новый Завет. В чем будет разница? Первое. Я вложу закон мой во внутренность их. Потому что Тора, данная на горе Синай, была написана на скрижалях каменных. והאבנים שאלוהים נתן למשה שמו בתוך התיבה באוהל מועד. Эти камни были потом положены в ковчег завета. לא הייתה בלב של אנשים. Тора не была написана в сердце человека. הייתה כתובה על אבן. Она была написана на камне. עכשיו הוא אומר לא. А сейчас он говорит, нет. Нататי את תורתי בתוכם על ליבם אכתבנה. Я вложу закон мой во внутренности их, и на сердцах их напишу его. Что он напишет на нашем сердце? Он не говорит о том, что он напишет на нашем сердце символ апостолов. Символ веры, но Божью Тору, Божий закон. כמה תורות יש לאלוהים? Сколько законов есть у Бога? У Бога есть. לא כמה בריתות. כבר דיברנו שיש יותר מברית אחת. Не сколько есть заветов, потому что мы уже говорили о том, что существует более чем один завет. אלא כמה תורות יש לאלוהים? Но сколько законов есть у Бога? יש רק תורה אחת. Есть только одна Тора. אברהם אבינו כבר ידע את התורה וכבר שמר אותה. Ее уже знал Авраам, отец наш, и он ее соблюдал. אתם אחר כך תסתכלו בפרק 26, פסוק 5 של בראשית. И дальше посмотрите в 26 главе, פסוק 5. 5 стих книги Бытия. תראו שאלוהים שמר את המצוות ואת המשפטים ואת החוקים ואת התורה של אלוהים. Уже хранил заповеди, законы и повеления и Тору, которая на самом деле означает учение, а не закон Бога. אז אלוהים יש לו תורה אחת? У Бога есть одно учение, одна Тора, один закон. И во время Завета горы Синай
она была написана на камнях, на скрижалях, а теперь умер Бабрита Хадаша, он говорит, они их то вот алалев шалаем. Во время Нового Завета я напишу эту Тору на ваших сердцах. ואני יהיה להם לאלוהים, и я буду вашим Богом. והם יהיו לי לעם, они будут моим народом. ולא יצטרכו ללמד איש את אח את אחיו למור דו את אלוהים. Уже не будут учить друг друга брат брата и говорить познайте Господа. כיוון שכל אלה שאני אכתוב את התורה שלי בלב שלהם ידעו אותי. Ибо все сами, те, на чьих сердцах я напишу эту Тору, будут знать меня. מקטנם ועד גדולם. От малого до большого. למה? Почему? כיוון שאני אסלח להבנות ולחטאים שלהם. Потому что я прощу их грехи и их беззаконие. ואני לא אזכור אותם עוד. И я не буду помнить их более. עכשיו, פסוק 35. И 35 стих. ופסוק 36. И 36 стих. פסוק 37. И 37 стих. אומרים את הדבר הבא. Вот что там сказано. כל פעם שהשמש עולה בבוקר. Каждый раз, когда солнце поднимается на небе утром. כל פעם שהירח והכוכבים מופיעים בלילה. И когда ночью мы видим луну и звезды. זה סימנים לכל העולם. Это знамение для всех народов земли. שאפילו שיש ברית חדשה, что несмотря на то, что есть Новый Завет, Элоим ло азав эт зера Исраэль. Господь не отверг племя Израилева. Эм ло мафсиким льот ам шел Элоим. Они не прекращают быть народом Божьим. Эм ло мафсиким льот המבחירה, не прекращают быть избранным народом. כיוון שכל עוד ויש הסימנים האלה בשמיים. Потому что пока эти знамения на небесах существуют, השמש והירח והכוכבים, солнце и луна и звезды, אני לא אמאס בזרע ישראל, я никогда не оставлю народ Израиля. אף על פי כל מה שהם עשו. Несмотря на все то, что они сделали против меня. תקראי פסוק 37 לסיום. И я для окончания прочту 37 стих. Так говорит Господь, если небо может быть измерено вверху, и основание земли исследованы внизу, то я отвергну все племя Израилева за все то, что они сделали, говорит Господь. Аллилуйя, амин. И мы можем только сказать аминь на эти слова.